Всем привет! Сегодня мы приготовим рыбу с цитрусами. Итак, поехали! Для этого блюда нам понадобится непосредственно сама рыба. Мы отрежем здесь кусочек. Апельсин, лайм, лимон, соевый соус, соль морская, водичка и фольга. Приступаем. Отрезаем филе. Все приготовления с рыбой мы закончили, отрезали ребра, срезали кость, сделали филе, мы ее не чистим, так и оставим. Затем берем соль, я думаю, пол пачки нам хватит. Хватит. И добавляем воду. По 3 кружочка каждого фрукта, я думаю, нам хватит. Приступаем к фольге. На фольгу выкладываем соль. Затем кладем рыбу. Соль по бокам можно убрать лишнюю. Затем поливаем соевым соусом. И выкладываем наши цитрусы. И все аккуратненько заворачиваем. Рыбу завернули, только нельзя ее переворачивать, потому что она будет очень соленая. Кладем рыбу на угли. А сверху веточки. Веточки прогорят, и рыба будет готова. Прошло 15 минут, пора пробовать. Наисочнейшая рыба со вкусом цитрусов. Прям идеальная. Смотрите, как она приготовлено. С нее прям течет. Советую, готовьте, пробуйте, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!